Да. Вы на медосмотр, да? Хорошо, скажите, пожалуйста, ваше имя и название организации. Я найду ваши документы. Сейчас я их прикреплю себе. Так. Я вижу, вы остальных врачей уже прошли, да? И осталось последнее. Хорошо. Так, я вижу, вы прошли уже исследование черепно-мозговых нервов. Что там у вас по зрению? Все, все в пределах нормы, все нормально. Но должна вас огорчить, наверное. Мы должны будем повторить те тесты, которые вы уже делали по поводу зрения в том исследовании, да, но мы все равно их повторим, мы все равно их сделаем еще раз. Да, это обязательно. Для начала я задам вам некоторые вопросики, хорошо? Так, вы когда-нибудь переносили хирургические операции? Употребляете ли вы алкоголь? Вы курите? И имели ли вы ранее или имеете сейчас по месту работы профессиональной вредности? Есть. Поэтому у вас такое обширное было исследование, да? Так, вы можете сказать, какие вредности или вредности, которые, по-вашему, могут влиять на ваше зрение, например? Очень яркое освещение. Еще что-то, какие-то химические реагенты, может быть, или... Ну, что вы сами можете назвать? Хорошо. Есть ли у вас какие-либо хронические заболевания? Наблюдалось ли у вас повышенное или пониженное кровяное давление? Есть ли какие-либо сердечно-сосудистые проблемы? Наблюдался ли у вас повышенный уровень холестерина? Есть ли у вас или у ваших ближайших родственников диабет? Принимаете ли вы какие-либо лекарства или диетические добавки? Бывают ли у вас проблемы со сном? Как часто? Это регулярное явление или под воздействием каких-то факторов? Регулярно. Рекомендовалось ли вам ограничивать вашу физическую активность? Так. Для начала скажите мне, вы носите ли вы очки или контактные линзы? Так. Есть ли у вас изменения остроты зрения? Не наблюдали? Эпизоды нарушения ясности зрения, ограничения полей зрения. Так, появление фотопсии – это появление в вашем поле зрения каких-то нематериальных точек, пятен, движущихся. Не бывает, хорошо. Бывает ли у вас мигрень? Сказали, что очень яркое освещение на работе. Вы как-то это чувствуете на своем организме, на своем зрении? Может быть, глаза очень сильно устают? Не жалуетесь ли вы на сухость глаз? Хорошо. Ну, я еще осмотрю вот это, конечно. Мы еще все осмотрим. Так, теперь нам нужно...
проверим остроту вашего зрения при помощи таблички. Да, вы уже с ней работали. Только теперь мы будем сначала по отдельности каждый глаз проверять, и потом вместе глазки посмотрим. Хорошо? Давайте начнем с левого глаза. Закрывайте ваш правый глаз. Хорошо? Вот табличка. Ну, пробежимся. Скажем так, каждый глаз мы будем полностью пробежимся, да, по всем буковкам. И когда уже будем в конце оба глаза проверять, мы хаотично пробежимся. Хорошо? Так, начнем. Угу. 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 Хорошо. Хорошо. Да. Хорошо. Хорошо. Все еще четко видите? Угу. Угу. Хорошо. Хорошо. Все верно. Здесь еще четко. Хорошо. Угу. Дальше. Все еще четко. Да. Хорошо. Дальше. Угу. Да. Да. Угу. Да. Хорошо. Не начинает плыть. Немножечко, да? Но все равно проверим. Угу. Поехали. Да. Угу. Хорошо. Вот это вот сможем? Сможем. Давайте. Так. Все верно. Давайте поменяем глаз. Угу. Поехали. Давайте, наверное, с другой стороны. Хорошо. Да. Угу. Все верно. Угу. Да. Хорошо. Еще не плывет? Хорошо. Четко все видите. Хорошо. Замечательно. Угу. Угу. Давайте. Угу. Хорошо. Здесь. Насколько четко? Хорошо. Это видим? Пробуем. Замечательно. Пока все идет хорошо. Открывайте оба глаза. Немножко проморкайтесь. На привыкаем к свету. Угу. Хорошо. Теперь у нас открыты оба глаза, и мы хаотично пробегаемся, да? Так, поехали. М. М. И. М. Ш. К. М. К.
N, B, I, K, N, Ш, Б, Б, Ш, М, И, К, Н, Н, К, К, Н, И, Ш, Б. Все замечательно. Несмотря на вредные условия труда, зрение у вас замечательное. Да, на зрении пока это никак не сказалось, но, знаете, лучше не ждать, пока скажется. Лучше профилактировать все-таки. Так. Так. Теперь следующее. Так, сейчас я запишу. Далее проверим ваше поле зрения, то часть пространства, которое видит неподвижный глаз. Как мы это будем проводить? Я сейчас стою так, напротив вас. Мы сейчас будем проверять поле зрения изолированно по каждому глазу. Я закрываю сейчас свой правый глаз, вы закрываете свой левый. Я буду двигать пальцем из поля зрения в поле зрения. Вы должны говорить, когда вы перестаете видеть мой палец и когда вы снова начинаете его видеть. Хорошо? Так, мой правый, ваш левый. Поехали. Исчез, появился, так, появился, так, я меняю руку, вы держите все как было, появился, исчез, появился, замечательно. Открываем оба глаза, даем глазкам немножечко привыкнуть. Продолжаем. Я закрываю свой левый глаз, вы свой правый. Поехали, то же самое. Появился, исчез, появился, исчез, исчез. Я меняю руку, вы держите так же, как и было. Появился, 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 исчез, исчез. Хорошо, открываем оба глаза. Сейчас я буду делать синхронно обеими ручками. То же самое, смотрите прямо мне в глаза или на нос. Хорошо, то же самое. Исчезла. Так. Хорошо. Хорошо. Так. Хорошо. С полем зрения тоже у нас все в норме. Так. Хорошо. У нас есть вот такой вот замечательный мишка. Раньше стоял, правда, в детском кабинете, но я его отвоевала себе. Так, показываю цвет, вы говорите, что это за цвет. Хорошо. Синий, розовый, розовый, оранжевый, зеленый,
желтый, желтый, оранжевый, зеленый, красный, оранжевый, красный, зеленый, желтый. Хорошо. Цветовосприятие у вас также в норме. Так. Замечательно. Скажите, наблюдали ли вы двойне зрение у себя? Так. Сейчас мы сделаем тест главного слежения. Вам нужно будет держать голову неподвижно и следить глазками за кончиком карандаша, хорошо? Голову держим неподвижно. Поехали. Да. Хорошо. Хорошо. Так. Все. Все замечательно. Так. Теперь я при помощи вот такого фонарика изучу ваши глазки. Хорошо, я подойду немножечко поближе. Я буду светить вам в глаз и говорить, куда вам нужно смотреть. Начинаем. Смотрите наверх. Хорошо. Так. Второй глазик. Так. Смотрите влево. Так, другой глазик. Смотрим вправо. И смотрите вниз. Когда вы смотрели в какую-либо сторону, наблюдалась ли у вас какая-то боль или какие-то неприятные ощущения? Все хорошо было, да? Сейчас мы посмотрим на реакцию ваших зрачков. Я между вашими глазами поставлю вот так вот ручку и буду светить поочередно в каждый глаз. И наблюдать за реакцией зрачков. Так. Поехали. Хорошо. С другой стороны. Замечательно. Все хорошо. Так. Боли не было. Тут у нас все норме. Так, и сейчас я вас попрошу понаблюдать за светом. И то же самое, держим голову неподвижно и следим за фонариком. Хорошо? То же самое. Так.
Теперь я вас попрошу, я фонарик буду держать у стеночки, попрошу вас сначала смотреть на мой палец, потом на фонарик. Да, посмотрим, как фокусируется. Смотрите на мой палец, на фонарик, на мой палец, на фонарик, на мой палец, на фонарик. Хорошо, сейчас я буду двигать фонарик от... по направлению к вам, да, буду его приближать к вам и отдалять. И вот эту немножечко поближе мне нужно понаблюдать. Поехали, следим за фонариком, хорошо. Угу. Так. Хорошо, хорошо, хорошо. И обратно. Так, 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 так. Все замечательно. Все. Поздравляю вас наконец-то с окончанием медосмотра. Все врачи прошли. У всех врачей все более-менее в норме. Да? Единственное, что я бы вам советовала попить все-таки комплекс витаминов. Да? Пока у вас все нормально, но лучше организм поддерживать, а не ждать, когда он перестанет справляться со всем этим. Да. Какой-нибудь комплекс поливитаминов. На рынке их сейчас великое множество. Да. Спасибо большое, что пришли. И, наверное, до новых встреч через год. До свидания. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх и оставляйте свои комментарии. Также смотрите следующие мои видео. Всем пока!